Дорогие друзья, я Марат Жоламбаев. Завтра, 12 апреля, мы подаем вновь уведомление на регистрацию нашей партии «Алга Казахстан». Уже в 13-й раз. Мы не отчаемся, на нашей стороне правда и закон. Но диктаторский режим, который построен на лжи, коррупции или заблюдстве, не регистрирует нас, так как такая трус. Он боится по-настоящему народной партии. А назначенцы от диктатора, Минюсти, судьи, прокуроры, прикормленные власти, продали свой народ ради рабской похлебки. Вся наша система погрязла во лжи, всюду фальш и подмена. И с этим надо что-то делать. Наш диктаторский режим уничтожает нашу культуру, которая складывалась веками. Наши ценности. Не убей, не воруй, не угодничай, живи посредством. Не разрушай, уважай, люби и создавай. Они вытеснили из менталитета наших людей такие понятия, как честь, достоинство, совесть, порядочность. Если что-то вы хотите изменить в этой стране, присоединяйтесь к нашей создаваемой партии «Алга Казахстан», и мы вместе добьемся демократии и всех свобод в нашей стране. «Алга Казахстан», мы победим. Присоединяйтесь к нам. Алга Казахстан.